Большой праздник состоялся в минувшие выходные в Тверской епархиальной православной школе. Напомним, что в минувшем году она получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр. Играем, учимся, растем», а также на медиафестиваль «Марьяна-2021». В высоком уровне театральной подготовки местных воспитанников убедились губернатор Игорь Рудыня и митрополит Амвросий, посетившие православную школу с визитом. Тверская епархиальная православная школа открыта в 1994 году. Сейчас здесь учатся более 200 детей. Наряду с общеобразовательными предметами в программу включены дисциплины, посвященные историческим и культурным традициям Русской православной церкви. 7 января здесь состоялась традиционная рождественская елка. Учеников и преподавателей с праздником поздравили губернатор Игорь Рудыня и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Дети представили гостям спектакль по известной сказке «12 месяцев». Сказка «12 месяцев» действительно самая любимая. И у меня тоже с детства. Но то, как вы сегодня ее сыграли, это как-то совершенно по-особому открыло для нас вот пространство тех смыслов, которые были изначально заложены в эту сказку. Сюжет этой сказки знает каждый ребенок нашей страны. В некоем королевстве юная правительница совсем не хочет учиться наукам. Зато под Новый год она вдруг желает корзину подснежников, для чего и сдает соответствующий указ, обещая в награду корзину золота. Узнав об этом, мачеха отправляет за цветами свою падчерицу в ночной лес. Там она встречает возле костра 12 месяцев. Прислала меня мачеха в лес за подснежниками. Слышь, братец Апрель! За подснежниками, значит, твоя гостья. Принимай. Игорь Рудыня, внимательно наблюдавший за постановкой, поблагодарил всех участников за представление. Глава региона отметил, что хотя эта сказка была написана маршаком для младшего поколения, она содержит важные посылы для всех, как для детей, так и для взрослых. Сегодня наша православная школа поставила замечательную постановку. И сказка, и вот сегодня праздник Рождества Христова учит нас всех доброте, учит нас всех труду, взаимовыручке, уважению к близким людям. В этот же день, 7 января, губернатор побывал в Вознесенском женском оршином монастыре, где посетил традиционный рождественский концерт, подготовленный воспитанницами детского центра «Родник». Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в храмах Верхней Волжи прошли праздничные богослужения. Игорь Рудыня встретил Рождество вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора областного центра. Богослужение там провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.